Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах, направленных на дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам. Соответствующее предложение необходимо представить к 1 августа. Кроме того, правительству и Центробанку поручено разработать механизмы развития вторичного рынка ипотеки. Главное условие – поддержка сектора должна быть обеспечена при помощи рефинансирования ипотечных кредитов с использованием ценных бумаг, обеспеченных гарантией агентства по ипотечному жилищному кредитованию.